устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Накануне в Международный день волонтера в Доме народного творчества прошло открытие ресурсного центра для добровольцев ТУВА, а также некоммерческих организаций. Любая организация, любая некоммерческая организация по расписанию теперь может в любой момент посетить это помещение. Мы со своей стороны органы исполнительной власти будем предоставлять всяческое этому содействие. Ресурсный центр – место, где волонтеры региона и члены НКО могут координировать свою работу. Ведь зачастую у многих таких организаций нет угла, где они могли бы элементарно попечатать, составить план. Чтобы решить эту проблему, и был организован ресурсный центр. Сегодня состоялось долгожданное событие. Это открытие ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций и добровольчества в Республике ТВА. Очень отрадно, что именно сегодня, в Международный день волонтера, правительство Республики ТВА сделало такой подарок для всех общественных организаций. Главная задача ресурсного центра – это укрепить третий сектор, то есть общественное движение в Республике ТВА. Каждая общественная организация может прийти, провести встречу, получить методическую поддержку. И первое и главное, с чем мы будем работать, это именно помощь в оформлении заявок на гранты, для того, чтобы общественные организации могли выигрывать средства для проведения своих акций и мероприятий. Это самая главная задача ресурсного центра. На круглом столе Эльвира Лифанова, заместитель председателя общественной палаты ТУВы, сообщила, что открытие ресурсного центра, безусловно, немаловажно, но также попросила обратить внимание на комплексное развитие волонтерской деятельности. В республике крайне сложно с принятием нормативно-правовых актов, которые поддерживают некоммерческие организации. И вот сегодня у нас появился маленький домик, слава Богу, что он появился. На сегодняшний день наши волонтеры, наши некоммерческие организации решают вопрос, ну как, не по закону, который должен быть в Республике ТВА, а на условиях каких-то договоренностей. На круглый стол, приуроченный к Международному дню добровольцев, были приглашены серебряные волонтеры региона. Это бабушки и дедушки, которые оказывают помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Стоит отметить, что на мероприятии были отмечены самые активные волонтеры региона, удачно защитившие свои проекты. В ТУЕ в преддверии Нового года откроют два отделения Почты России нового формата. После масштабной реконструкции откроют двери для своих посетителей отделения почтовой связи, расположенные по адресам. Город Кызыл, улица Лапсанчапа, 29/1 и по улице Московской, 107/1. В данный момент в двух почтовых отделениях идут ремонтные работы. Так, в клиентском зале установлена медиапанель, позволяющая клиентам отделения ознакомиться с услугами Почты России и также приятно провести времяпровождение. Помещение нового отделение оборудовано всей необходимой мебелью и расходными материалами, необходимыми для качественного предоставления почтовых услуг. Размещены кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений и просмотра содержимого корреспонденции. Отделение оборудовано в соответствии с программой «Доступная среда», имеет статус «Доступна полностью». Они оснащены полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей. Также размещены таблички со шрифтом Брайля, пандус, стойки у удобной высоты, портативная индукционная система. Также на базе данных отделений открыты окна Почта банка. Впервые в Кызыле ярмарка верхней одежды «Ермак» с 23 ноября по 9 декабря. Шок цены на зимние куртки. Спешите, Аюн Курсэди 96. Телефон и аппарат бесплатно. Общайтесь без ограничений. Подключите телефонную связь и получите аппарат бесплатно. Принять участие в акции могут только действующие и новые абоненты сети интернет от АО «ТВА Связинформ». ТСИ 370703w.tuva.ru. Компания «Вятский меха Белка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 3 по 10 декабря в ЦУМе. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи. Попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Уважаемые
уважаемые абоненты, услуги IPTV от КСИ. Теперь вы не пропустите ничего интересного. С новым сервисом «Отложенный просмотр» услуги IPTV от ТСИ. С помощью сервиса «Отложенный просмотр», который поддерживает более 15 каналов, в течение 48 часов вы можете досмотреть финал футбольного матча после работы или учебы. Вместе с сервисом «Отложенный просмотр» у вас есть возможность остановить передачу, если вам нужно отвлечься, и досмотреть ее позже или даже перемотать назад. IPTV можно посмотреть на смартфоне, планшете или на ноутбуке. Вы больше не будете привязаны к одному экрану. Вся ваша семья сможет одновременно на различных устройствах смотреть все, что им нравится. Более 170 каналов, в том числе местные телеканалы, каналы HD и 3D качества. Функция «Отложенный просмотр». Онлайн-веб-камеры улиц города. Все это доступно для просмотра на IPTV от ТСИ круглосуточно. Открытие первого дисконт-центра Family в Кызыле. 15 декабря ждем вас за модными покупками. Первым 15 покупателям по ящику мандаринов. Family. Универмаг Саяны. За последние 11 месяцев текущего года в Кызыле зарегистрировано 3800 преступлений, а в 2017 их количество составляло 5498. Как сообщили в отделе профилактики правонарушений мэрии Кызыла, по сравнению с прошлым годом, в столице Тувы наблюдается снижение уровня преступности именно на 30%. Из них тяжкие, особо тяжкие преступления снизились на 16%, убийства на 30%, изнасилования на 15%, грабежи на 37%, кражи на 36%. Стоит отметить, что в Кызыле этот месяц объявлен месячником по профилактике правонарушений. На рост количества отдельных категорий преступлений оказывает значительное влияние увеличение численности населения Кызыла. Связано это с миграцией граждан и сел, увеличением территории городского округа, в частности, и за счет передачи Вавилинского затона. Так, по данным мэрии Кызыла, в 2018 году на территории города проживало 106 тысяч человек, а в 2018 – свыше 117. Таким образом, прирост составил 10,5%. Основная часть прибывающих относится к категории неблагополучных семей и, как показывает практика, лица, ведущие антиобщественный образ жизни, существенно влияют на рост криминогенной обстановки и увеличение количества противоправных деяний. У ФСБ региона изъята крупная партия гашиша и пресечен вывоз наркотических веществ. Так, 30 ноября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России по Туве в одной из квартир в городе Ак-Довураке у мужчин 23 и 26 лет обнаружены изъяты 6 свертков из полимерного материала, содержащих наркотическое средство гашиш общей массой 1 кг и 118 грамм и гашишное масло массой 15 грамм. В отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. С 10 по 31 декабря в Кызыле пройдет новогодняя ярмарка. Ели, елочные игрушки и другую новогоднюю атрибутику можно будет приобрести в разных частях Кызыла. Также в Туве в четвертый раз откроется фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Ледовая сказка в центре Азии». Открытие его пройдет 10 декабря в 12 часов в скульптурном комплексе «Центр Азии» в выставочном зале Дома туризма. В этом году тематика конкурса посвящена году малых сел, объявленного в Туве, которая будет связана с персонажами, легендами, преданиями, эпосами сельских поселений. К участию в конкурсе сформировано 10 команд, состоящие из профессиональных художников, скульпторов, архитекторов, художников, любителей, также скульпторов-любителей, студентов и преподавателей художественных колледжей и училищ Тувы, а также скульпторов, художников, мастеров регионов Российской Федерации. Конкурс продлится с 10 по 15 декабря 2018 года. 15 декабря состоится торжественное закрытие, где победители конкурса получат денежные ценные призы. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую Кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле до конца декабря в торговый дом «Меридиан».
Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Нового года самое время задуматься о подарках. И если выбрать мужчине не составит труда, то с подарками для женской натуры еще предстоит погадать. Однако один из вариантов подарка, пожалуй, многие дамы оценят по достоинству. Теплая шубка из натурального меха. Для сибирской зимы то, что нужно. А найти такой идеальный зимний подарок можно на выставке меховых изделий компании «Белка». Праздничное настроение не смутят и ценники на зимних одеяниях. Стильная шубка «Автоледи» обойдется в 47 тысяч рублей, а модная шубка «Трансформер» из пудровой норки в 107 тысяч. Немного дороже обойдется шубка из комбинированного меха, например, куницы и норки, фасона «Летучая мышь». Для изысканных покупателей есть особенные изделия из европейского меха. Шубы из такого меха в коллекциях – большая редкость. Так же, как и изделия из норки-крестовки. Из-за необычного рисунка и сложности его получения шубы из крестовки называют царскими. Кроме норки, на выставке можно приобрести легкие, но теплые шубы из астрагана, а также качественные мутоновые шубки с меховой отделкой из лисы или норки в пределах 30 тысяч рублей. Цены от производителя, никаких накруток. Любое изделие можно купить в рассрочку до 2 лет, без первоначального взноса и переплат. К тому же, купив себе обновку, можно попытать удачу и получить в новом году еще один подарок – автомобиль. Розыгрыш состоится 12 января 2019 года. Так что, мужчины, не упустите шанс сделать приятный и по-настоящему ценный подарок для любимой женщины. Выставка продлится с 3 по 10 декабря в торговом центре ЦУМ на цокольном этаже. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, порывы до 13. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью от -32 до -34, днем -24, -26. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам. В новом номере еженедельника Тува ТВ Инфо читаете. Вечеринка радио «Голос Азии» в стиле джаз в честь десятилетия. День рождения наш, а подарки вам. Депутаты хотели бы видеть руководителя ТЭЦ или как принимался бюджет Кызыла и Тувы. В Кызыле разрабатывается новый комплексный микрорайон «Горный». Старые дома под снос. Будет ли Кызыл когда-то чистым, без мусора? Зверские убийства, пьяные водители и чем закончилось ночное посещение подростков в салон сотовой связи. И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо.